Говорят, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В нашем шоу «Сердца за любовь» все по-другому. У каждой есть 1000 баллов сердец, на которые она может выбрать себе спутника. Парни сами назначают себе цену. Я оценил себя 500 сердечек, потому что... Сильный и красивый парень. Просто лучший из лучших, тигр. Но есть подвох. Девушки делают ставки вслепую, не видя парней и зная о них лишь то, что они указали о себе в анкете. Так что будем решать? Давайте начнем со 100. Дешево не значит хорошо. Так, стопэ. После ставок девушек у парня будет 30 секунд, чтобы произвести впечатление. Ой, мама, дорогая! Он рвет пуговицы, девочки. Мы же попросили не раздеваться, мой, ты пообещал. Боже мой, что это такое? От него зависит, будут за него бороться. Это мой мужик! Это мой мужик! Или тупо сольет. Сливаем все! Я пас. 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 Если парень не понравится, девушки могут отказаться от него. Ты не уверенный. Я решила, что это не мое. Я тоже отказываюсь. Та-дам! Но их первоначальная ставка все равно сгорает. Все сердечки также сгорят, если девушка пошла ва-банк. Тебе пора идти. Это не для тебя. Одним конкурентом меньше. Пока, Хасоутка. Все, курицы. Может, по дороге найдешь кого-нибудь. Лучших получают те, кто даст больше. Я повышаю. Я тоже повышаю. Да сейчас я повышаю. Если несколько девушек дали одинаковое количество сердец, то тогда уже парень будет решать, с кем он отправится на свидание. Интересно, кого ты из них выберешь? Хочешь, я тебе посоветую? Сложный выбор. Прямо сейчас 5 девушек вступают в борьбу. Дамы и господа, встречаем участниц шоу «Сердца за любовь». Татьяна, 21 год, девушка-праздник. Когда она зажигает, даже самые скучные посиделки превращаются в отвязную вечеринку. Анна, 31 год, она знает, что такое долгие серьезные отношения. Пришла на шоу еще за одними такими же. Мария, 19 лет. Юная, но уже такая обворожительная кошечка. Обладает идеальными пропорциями и чутьем на хороших парней. Лиса, 29 лет. Милая домохозяйка. Любой мужчина рядом с ней будет чувствовать себя по-домашнему тепло и уютно. Юлия, 22 года. Начинающая певица с большими перспективами и азиатским колоритом. Скоро по ней будет плакать вся Поднебесная. Давайте за 500. Зачем за 500? Сначала положено аперитив, надо начинать со 100. Ну да, давайте. Ладно, да, мы согласны. Поехали. Алексей, 18 лет. Будущий воротила кинобизнеса. Считает, что будущее за видеоблогами. Добрый и чувственный молодой человек. Любит свою собаку. Надеется на встречу с умницей и красавицей. Девчонки, вы знаете, а я играю. Давайте попробуем. 100 сердец. Дешево и сердито. Я играю. Веселенький, худышка может быть. Ну, посмотрим. Играю. Здравствуйте, привет. Привет, девушки. Я оценил себя 100 сердец, потому что я не считаю себя каким-то таким богом, чтобы я себя как-то еще выше оценивал. Привет, какой привет. Ты стеснительный, такой скромный. Худенький. Ну, я вижу вас впервые, поэтому, соответственно, я волнуюсь перед этим. Ну, милый и парень. Главное, с причиндалом пришел. Спасибо. Ну, в общем, мое дело вас рассказать, о себе точнее. Я фотограф. Блин, вы здесь все такие красивые, мне очень нравится. Хотя бы всех сейчас сфоткать. И я видеоблогер. Я видеоблогер. Ты проведешь мне эротическую фотосессию? Ну, если хочешь, без проблем. У вас есть в этом опыт? Да, конечно. Есть? Ну, так. Да, заметно. Обязательно. Устроим. Можем прямо сейчас, если хочешь. Прямо сейчас. Да, Юлька, покажи класс. Давай мы с тобой уединимся в отдельном месте и обязательно устроим эротическую фотосессию. Хорошо. Но я, пожалуй,
Пас, раз уж наша Покахонтас нашла своего суриката. Не буду мешать. Я поддержу. Пас. Леша, ты нам расскажешь, какого размера у тебя объектив? 18-55. О, замечательный размер, конечно, но, пожалуй, это не по мне. Я пас. А что, нормальный размер? Худенький. Пожалуй, я пас. Девочки, по-моему, молодой фотограф теперь мой. Правда? Даже не завидуем. Но я его брать не хочу. При всей его милоте нет. Ну вот. Ты разобьешь парню сердце. Я пас. Ну ладно, девочки, раз уж это ваш такой выбор, то не буду мешать вам. И до встречи. Пока. Пока. До свидания. Пока. Всего доброго. Они оценили только мою внешнюю оболочку, но не узнали меня близко и какую я внутри, поэтому потеряли, грубо говоря, человека. Ну что, давайте по 300 посмотрим. Нет, давайте по 500. Чего ты губежку-то раскатала? Мы по 300, девчонки. Давайте по 300 попробуем. Все по 300. По 300. Сиди, жди. Ну ладно. 300? Ну ладно. 300. Будь по-вашему. Золотая середина. Филипп, 19 лет. Привлекательный, успешный, музыкальный. Учится разбираться в экономике и финансах. Любит стихи и книги Стивена Кинга. Предпочитает девушек чуть старше себя. Я играю, да. Ну что ж, я думаю, можно с ним посмотреть будет Стивена Кинга. Я тоже играю. Если он человек творческий, то я, да, играю. Интересно. Я пас. А я, пожалуй, тоже пас. Я посмотрю. Ну, как хотите, девчонки. В образе. Ого. Йоу. Здравствуйте, красавицы. Привет. Ну, вот и я. Почему я оценил себя в 300 сердец? Да на самом деле все просто. Я креативный, артистичный и харизматичный. А ну-ка давай нам рэп сходу. А почему ты решила, что я рэпер? Нам сказали, что ты увлекаешься музыкой. Yeah. Вот у меня первая мысль, которую я тебе увидела, рэпер. Я не такой банальный, извини такой меня. Банальный. Ну давай песню нам спой. Я не пою песни. Я без голоса. А что ты делаешь? Я много чего делаю. Я диджей, а также я битбоксер. Во! Битбоксер. А что ты читаешь? Интересно, значит, да, ребяточки? А что ты читаешь? Стихи? Да, я пишу свои стихи. Тогда стихи хорошие. Лучше, чем битбокс. Битбокс каждый может. Давай стихи. Битбокс каждый может? Да нет, нет, ребятки. Битбокс будем. Как скажешь? Битбокс надо. Нет, мы хотим, без бокса. Давай я буду петь, а ты будешь вот так. Ту-ту-ту-ту-ту. Я буду битбоксить, ребята, а вы послушайте меня. Ну, девочки, давай, готовы? Ты, конечно, хорошо поешь, но ты не в моем вкусе. Пас. Давайте, девочки. Ах, да, да. Битбокс это замечательно, но каждый вечер я не готова это слушать, поэтому я тоже пас. Я вижу все равно по глазам, что многим я понравился. Так что пока, девчонки. Удачи. Пока-пока. Пока. 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 Меня слили, потому что эти пенсионерки не понимают, что значит современное творчество. Пусть дальше слушают своих Киркоровых и так далее, а я буду дальше продвигаться. Девчонки, давайте опять по 300 посмотрим. По 300? 300? Давайте. 300 давайте. Так 300, почему нет? Интересно, что будет на этот раз? Мужчину в студию. Рахим, 19 лет. Студент и тусовщик. Гордый, спортивный, артистичный. Знает, как подарить девушке восточную сказку. В первую очередь обращает внимание на глаза. Я, пожалуй, понаблюдаю издалека. Я играю. Перчинка, а ты что? Попробую. Посмотрим. Девочки, мне интересно, восток мое, и я играю. Молодец. А я, пожалуй, понаблюдаю тоже. Да, он симпатичный. Привет, девушки. Я оценил себя в 300 сердец, потому что я молодой, яркий, всегда люблю тусить. Учусь я в МГИМО. На журналист. Ух ты. Да.
Скажи, пожалуйста, а помимо журналистики, чем ты занимаешься в свободное время? Ну, я веду активный образ жизни, и каждый день я любитель кальяна очень. Меня только можно найти в кальян, и все. Я поняла, девушки, кальян. Дым, да. Девушки в дыму, да, нравится? А куда бы ты позвал на первое свидание? А куда ты хочешь? Нет, это плохой ответ. Ну, я вообще хотел на 51 этаж в Москву-Сити кальян. Кальян, да. Понятно. Романтично. Ну, там не только кальян. Девочки, я пас. Нет, не мое. Я тоже против дыма, абсолютно. Я тоже пас. Как жаль. Пас. Ошибки природы. Ходи не только в кальянную, будет намного все веселее. Все. Пока. Пока-пока. Пока. Меня слили, потому что они меня недостойны просто. Они старухи, они хотят сидеть дома и смотреть фильмы, сериалы и все такое, а я люблю тусить тоже. Мне уже не хочется деньги тратить на вот это. Да? Давайте по 100 посмотрим. А вдруг алмаз? Ну, даже не ограненный. Давайте рискнем. Давайте, рискнем. Давайте по 100. По 100. По 100. Решено. Проверим. Решено. Дмитрий, 33 года. Певец на свадьбе. Знает сотню песен о любви и не только. Позитивный, самодостаточный и очень развитый человек. Мечтает найти свою королеву. Я играю. Ладно. Неужели у нас появился взрослый мужчина? Я играю. Нет, вам нельзя отдавать такого нормального самца, я тоже играю. Посмотрим, кому достанется самец. Здравствуйте. Привет. Доброго вечера, дорогие красавицы. Я себя оценил 100 баллов, потому что не молод, но горяч. Бывший радиоведущий, ведущий массовых развлекательных программ. Ну, иногда дарю девушкам отличные песни и хорошее настроение. Давай, спой уже. Слушай, спойте нам что-нибудь. Хватит болтать. Девчонки, потанцуем? Да, да, кстати, помогайте, помогайте. Руки вот так вот. Ну, давай, массовый режиссер. У-у-у! Зажигай. Девчонки. Дальние дороги, ближние пути. Нарко нам лишь ноет, но мы чё идти. Отмеряем времени больше, чем дано. Мелочи сейчас, а то, что важно на потом. Ты подмоги не жди, сам к победе иди. Спасибо! И вам огромное спасибо. А, ну я, по-моему, танцую лучше однозначно, чем он поет, поэтому я пас. А я, пожалуй, пас. Мне кажется, вам чуть больше 33 лет. Это как минимум. Извините. Пас. Не люблю мужчин в очках. Пас. Знаешь, а я схожу с тобой на свидание. Песню мне напишешь. Хорошо, я обязательно это сделаю. Обязательно. Пока, Покахонтас. Вляпалась, так вляпалась. Пока-пока. Удачи, удачи, пока, удачи. Пока-пока. Неудачница. Вот это пара. Юля великолепная, обворожительная, симпатичная. Я думаю, что даже можно было с ней замутить. Ну, я думаю, что помимо музыки мы с ним найдем много общего. В борьбу вступает Екатерина. 20 лет. Если бы Снегурочка имела такие формы, то Дед Мороз точно был бы молодым накачанным парнем. Дикая блонди вообще. Белобрысая. Чё красиво? Была бы хотя бы натуральной блонди. Да-да. Я умная, красивая, воспитанная, интеллигентная девушка. Ну что, давайте начнем. Предлагаю категорию за 500. Правда, не было еще. Давай посмотрим. Да, гулять так гулять. А мы в пролете, у нас нет. Сэкономим. Ничего страшного, мы подождем самого лучшего. Евгений, 27 лет. Учится на менеджера по рекламе. Работает дизайнером в сети магазинов оптики. Ему нравятся независимые во взглядах девушки. Не любит, когда девчонка курит, носит пирсинг и татуировки. Ну что, смотрим? Я играю. Ну, любопытненько посмотрю, кто кого. Креативненько.
Неожиданно. С какого леса сбежал? Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Привет. Я оценил себя 500 сердец. Почему? Потому что я беру по максимуму, я себя оцениваю вот именно так. Я занимаюсь дизайном, музыкой в свободное время. Занимаюсь также еще ремонтом. Стало быть, своя квартира есть? Да, конечно. Это знаете, хорошо. Мне дали бубен, я ни разу не держал его в руках. Могу что-то попробовать сыграть. Ну, давай, удиви. Давай, давай. Че, потанцуем? Ну, что-то вроде того. Я, пожалуй, пас. Ну, а что, неплохой, симпатичный молодой человек на бубне неплохо играет. Тебе как? Забирай. Пас. Нет, извини, я тоже пас. Что же мне раскрыться так не дали? Ай-яй-яй. Ну, до свидания. Всего вам хорошего. Ну, не заинтересовала. Давай, пока. Пока. Меня слили, потому что, ну, просто я другой немножко человек. У меня другая жизнь, просто сложно понять. К тому же, как бы я выгляжу не очень обычно, конечно, для подобных девушек. Так, курочки, давайте следующего пацана смотреть. Да давно да, уже пора. Уже заждались. Только нормально. Ладно, а по какой категории вообще играем? 100, 300? 100 давайте. 100. 100 мы тоже можем поучаствовать. Давайте 100 уже. Давайте. Экономим свои сердечки, бережем, храним. Ну что ж, поехали. Для любви заветной. А вдруг? Давид, 18 лет. Честный, спокойный, коммуникабельный. Работает промоутером. Хочет встретить девушку с красивыми глазами, заботливую и любящую детей. Девчонки, я играю. Что это ты такая падкая? А я пас. А я не скажу. Нет, я не тоже хочется пас. Нянчить. Я играю. Играю. Ну давайте, смотрите, не подеритесь. Привет. Привет. Я себя оценил в 100 сердец, так как я делаю все не идеально. Я спою песню. Спой, ну давай. Светик, не стыдись. Какую-нибудь хорошую. Дался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был на женщины зелье падки. Раз нам нравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Не... Господи, ребят, стоп. Так, все, стоп, стопе. Хорош. Чего это нам все поют и поют, девчонки? Ну, давай уже, раздевайся, танцуй что-нибудь там, рубашку. Там бицепсы, трицепсы тело, тело свое покажи. Я слишком дрыщ. Слишком горяч? Ну так покажи это. Что-то не вижу. Какую-то невероятную поют, что-то поют. Давай, раздевайся. А можно музыку? Конечно. Ну ты молодец, конечно, все-таки сделал, пацан. Зажег, зажег, однозначно. Молодец, молодец. Я пас. Ну, молодой немножко для меня, извини, конечно. Я пас. Прости, но тебе надо немного подрасти и хотя бы подкачаться. Я пас.
Спасибо за интерес ко мне, зато и потанцевал. Спасибо тебе. У тебя есть потенциал, молодец. Пока. Молодец, молодец. Меня слили, потому что они думают не мозгом, а тем местом, на котором они сидят. Ну что, я смотрю, мальчики за 100 не такие уж и плохие. Что, по 100? У нас сердец мало, поэтому по 100, да? Давайте по 100. Давайте реально посмотрим еще раз по 100. Давай. Константин, 28 лет. Самый красивый инженер-конструктор страны. Силен как бык, начитан как профессор. Его привлекают легкие на подъем, активные и пунктуальные девушки. Играем, бабоньки. Я играю. Я тоже не могу отказаться от такого самца, я играю. И я. Играю. Черт. Живой, слава богу. Привет. Привет, привет. Привет, красотки. Я себя оценил 100 сердец, потому что сам лично в себе мало положительных качеств вижу. Ой, я люблю столько всего. Люблю интеллектуальных девушек. Люблю также симпатичных, стройных. Про меня? В общем, я перфекционист во всем. Занимаюсь спортом, инжинирингом, историей. И увлекаюсь всем, что помогает познавать мир. Так вот. На чем ты ездишь, Константин, такой нескромный вопрос? На чем я езжу? На чем я езжу? Его, я езжу на всем. Я езжу на велосипеде, на роликах, на сноуборде, правда, пока еще не езжу. Ты спортом занимаешься? Я занимаюсь спортом во всех проявлениях. Полностью. Всеми видами спорта занимаюсь и люблю, и без спорта жить не могу. А ты можешь продемонстрировать все свои навыки в спорте? Да, например, могу с одной из вас отжаться на спине. Ух ты! Так, давай, Снегурочка. Снегурочка, ты просила. Твой выход. Давай. Давайте кого-нибудь похудее. Давай тебя. Боюсь, что я тут не влезу. Ну, да, мы не поместимся. А как мне сесть сверху или лезть? Садись сверху. Как? А Снегурочка продемонстрирует конный вид спорта. Нет. Надо лечь на меня. Лечь на тебя? Жесть. А лечь и обнять. Свежим. Это уже интересно, ребята. Девушка, ты что? Давай, давай. Ты мне уже нравишься. Ой. Когда еще предоставится возможность. Это фантастика. Какой ракурс открывается. Ну расскажи хоть об ощущениях, о своих поделись. Кайф. Снегурка, кайф? И все? И больше нет эмоций и слов никаких? Супер! Да. Мужчина, тебе спасибо. Всего 6 раз. Какой-то он слабенький. Можешь быть уверена. Не, ну это, конечно, круто. А что ты готов своей девушке простить? Я мало чего готов простить, на самом деле. Да. Мало? Я говорю, я перфекционист, поэтому я люблю, когда все идеально, да. И я поэтому мне 28 лет, и я здесь. А какие девушки тебе нравятся? Мне нравятся темненькие, маленькие, кореглазые девушки. Ощущения были прекрасные, так что я повышаю. Ну что ж, поддерживаю. Девчонки, а я пацану, пожалуй. Не люблю перфекционистов. Серьезно? Ты слово такое знаешь даже? Нет, это он мне научил. Я не могу, к сожалению, повысить ставку. Я все сердца отдала уже тебе. А, спасибо. И я такая же сижу. Прихлебница. Все сердца отдала. Иду ва-банк и забираю себе, а вы сидите, завидуете у разбитого корыта. Обязательно. Не переживай за нас. Куда идем? У нас все будет хорошо. Не споткнись. Спасибо. Ой, не споткнусь, не споткнусь. Так и будешь только вверх-вниз отжиматься. А вы со своим перфекционизмом сидите и ждите. Снегурочка. О, у меня такой мужик. Пупок, не дыши ему час. Константин, интересный. Сильный, спортивное телосложение, я спорт люблю, поэтому мы, думаю, с ним этим подходим. Начитанный, любит историю. В общем, я в нем нашла все те черты, которые мне нравятся. Хорошо, что выбрала меня Катя. Она была самая достойная среди всех. Я надеюсь, что у нас с ней что-нибудь получится в дальнейшем.